Привет, танкисты! Сегодня у нашего замечательного, прекрасного, офигенного, суперского видеоблога юбилей. 10-й выпуск. Смотрим! И сразу же радость. Долгожданный релиз 1.100 вышел. Это событие откомментировал технический директор танков онлайн Антон Волков. Релиз 1.100 – это, пожалуй, самый крупный релиз в этом году. Мы потратили очень много времени и сил на слом читерства, вы об этом знаете. Мы исправили огромное количество маленьких недоработок и ошибок. И, наконец-то, в этом релизе мы сделали что-то действительно стоящее. Что же вошло в релиз 1.100? Это полностью перерисованные текстуры, уровней, танков, спецэффектов, всего-всего. Наверняка вы заметили долгожданные небольшие визуальные улучшения, такие как мягкие частицы, туман и следы от выстрелов. Также мы существенно ускорили загрузку. Возможно, вы не заметите ускорение загрузки с первого своего входа, потому что вам сначала придется загрузить наши новые текстуры. Но уже со второго и последующего заходов вы увидите, насколько она стала быстрее. Ну и, конечно, новый режим контроль точек, в котором объединились наилучшие черты предыдущих режимов. Это и бешеная динамика боя, которую мы увидели в Deathmatch, и отличные тактические возможности, которые мы наблюдаем в захвате флага. Уже сейчас доступно 8 карт для игры в новом режиме, но мы продолжаем работать над этим, и скоро их станет еще больше. Пожалуй, самое сложное, что было в этом релизе, это огромный объем работ по перерисовке графики. Вы наверняка помните, что мы начали этим заниматься еще с февраля этого года. Мы потратили много времени на проработку новой стилистики. Это казалось не так просто, как мы думали. Ну и контроль точек. Как вы знаете, мы начали его разрабатывать почти 2 месяца назад. И все эти 2 месяца мы занимались тем, что балансировали, улучшали, изменяли этот режим игры. Почему же релиз был отложен на неделю? На самом деле мы все успели сделать вовремя. Однако, релиз был очень большой и тяжелый, и надо было все проверить. И большое спасибо вам, что вы поучаствовали в наших плейтестах, и это было не зря, потому что мы выявили все равно ряд небольших ошибок, и они бы испортили нам жизнь в дальнейшем. Немного о наших планах. Как мы уже говорили, мы планомерно движемся к полной перестройке нашего проекта. Однако то, что мы планировали сделать в 2.0, невозможно без полной переделки инженерии. И первым этапом является переход на вторую платформу, которая уже на самом деле развивается 3 года и была опробована на наших партнерах. Что нам это даст? Более стабильные сервера и возможность масштабировать проект на сотни серверов по всему миру. Вторая немаловажная часть – это новый клиент, который включает в себя новый модный интерфейс, ускоренную загрузку, а также позволит нам сделать, наконец-то, скачиваемый клиент, о котором вы так давно просили. Ну а пока программисты заняты всем этим, наши геймдизайнеры наконец-то приступили к долгожданному ребалансу. Это очень большая работа, которая потребует, возможно, недель балансировки. И напоминаем вам, обновите флеш. Ссылка под видео. А в прошлом выпуске видеоблога мы запустили мини-конкурс «Счастливые купоны». Комментариев, конечно, навалилось великое множество. Приветствуем победителя. Он на ваших экранах. 1000 – твоя. Далее о конкурсах. Близится к завершению конкурс «Футболка танки онлайн». Вы присылаете очень много интересных работ. Из всех присланных вами футболок мы отберем наиболее нам понравившиеся и выставим на народное голосование. Также голосовать будем мы сами за главные призы. 10 сентября в понедельник прием заявок окончится. Успевайте. Рубрика «Здрасте». И сегодня у нас в гостях директор по маркетингу Роман Епишин. Здравствуй, Рома. Здрасте. Спасибо, Рома. Едем дальше. Новости спорта. К сожалению, по техническим причинам мы были вынуждены приостановить захват карты. Сейчас мы переработаем правила и сражения возобновятся. А в самое ближайшее время мы проведем несколько показательных боев среди ветеранов танков онлайн. Наверняка это будет очень интересно. Ждем с нетерпением на нашем киберспортивном канале. Ссылка под видео. Тем временем близится второе воскресенье сентября. А это, как вы знаете... Не знаете? А это День танкиста. По уже сложившейся традиции, в День танкиста нас ждет праздничная краска, крутые билборды и скидка 25% на все. Распродажи в гараже начнутся утром 8 и закончатся утром 10 сентября. Успевайте закупиться. Кстати, на главной странице обновлен промо-ролик. Он сделан в соответствии со всеми последними веяниями танковой моды. На этом все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и Танкотвиттер, вступайте в группу ВКонтакте и следите за информационным каналом News. И не забудь лайкнуть видео. Наберем 2000 лайков, и следующий видеоблог проведет Ксюша. Увидимся на полях сражений.